Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня вы смотрите рейтинг ютуберов-раблоксеров за январь 2020 года. Напоминаю, что первый выпуск вышел в далеком декабре 2018 года, так что у моей программы, можно сказать, уже юбилей, больше года я ее выпускаю. В свой рейтинг я беру каналы, которые снимают Roblox, и при этом на канале должно быть не меньше 40 тысяч подписчиков, как и год, в принципе, назад. Также обязательное условие, более 30% видео за прошлый месяц должны быть о Роблоксе. С этой задачей опять не справился Поззи, у него было всего лишь 15 видео из 60 с хвостиком, которые он вообще снял за прошлый месяц. Наверное, впервые за год существования моей программы в рейтинг также не попал друг Поззи Аид, но тут другая причина, он просто не снимал в течение прошлого месяца ни одного видео. Он снимал все видео только на своем канале по Майнкрафту. Funny Games TV тоже не набрал нужное количество видео по Roblox. Он тоже, как и все, начал снимать Brawl Stars. Вики Шоу Плей сняла только одно видео, и оно было по Brawl Stars. Судя по просмотрам, игра не сильно зашла, поэтому Вики больше не снимала видео на своем канале. К сожалению, Катан Геймер начал снимать Brawl Stars и не попал в мой рейтинг. Огромное количество и других каналов не снимало Roblox, поэтому, ребята, в рейтинг они не попали. Как всегда, Робзи второй месяц подряд не набрал нужное количество видео по Roblox и продолжает снимать Brawl Stars. Многие из вас спрашивают, почему так? Почему все снимают Brawl Stars и уходят из Roblox? Ребята, отвечу на примере Робзи, ребята. Все просто, они просто косят бабло. У Робзи никогда не было более 200 тысяч подписчиков за один месяц и никогда не было более 35 миллионов просмотров за месяц. За декабрь минимум Робзи заработал около 9-10 тысяч долларов на руки. В Роблоксе у него было максимум 3 тысячи долларов. Так что, ребята, ответ на ваш вопрос очень прост. Кто еще не подписан на мою страничку RedCat YouTube в Инстаграме, можете прямо сейчас это сделать, но мы переходим от грустного к веселому, потому что в нашем Роблоксе добавились новые участники. Все данные по количеству подписчиков на канале я брал 5 января 2020 года. Итак, 36 место у новичка моего рейтинга, хорошо мне известного канала Naked King. Благодаря Brawl Stars он хорошо поднял аудиторию, теперь у него уже 46 тысяч подписчиков. Не знаю почему, но где-то пропали его два топовых видео по Brawl Stars, которые, по-моему, понабирали около 300 или даже 400 тысяч просмотров. 35 место принадлежит каналу Jazza Play, 37 тысяч на канале, и он продолжает играть в Roblox, за что ему большое спасибо. 34 место, и это у нас канал Rewing, он теперь написал на русском языке и начал активно снимать Brawl Stars. Пока еще у него все-таки больше видео было по Roblox, но смотрю, что тенденция нехорошая. 33 место, и это канал Барсони. Обожаю этот канал, 54 тысячи уже подписчиков на канале. Барсони сейчас активно стала снимать Adopt Me и, к сожалению, совсем забросила симулятор пчеловода. Почему? Ну, дело в том, что Adopt Me намного больше смотрит сейчас, чем симулятор пчеловода, а если играть в симулятор пчеловода, то, к сожалению, у вас не будет времени снимать видео в Adopt Me. Там требуется очень много всего строить, и на это уходит очень много времени. 32 место, ребята, канал Соня 3, у нее 54,5 тысяч подписчиков, буквально на 100 подписчиков больше, чем у Барсони. Интересно, как будут располагаться эти каналы в следующем месяце. 31 место, ребята, и это Happy Fresh. Я уже не ожидал, что он вернется в Roblox, но да, это случилось. Он все-таки записал довольно-таки много видео по Роблоксу, поменял заставку канала, 61 тысяча и 7 подписчиков на канале. Очень рад, что он начал заново снимать видео. Правда, последнее видео меня немножко беспокоит. По-моему, он тоже может начать снимать Brawl Stars. 30 место, ребята, и это сюрприз для вас, потому что на нем канал Кирюха Лайк. Целых 66 тысяч подписчиков на канале, и это канал, ребята, сына Кирилла, сына котенка Лайка. У него довольно-таки много видео все-таки по Роблоксу, поэтому он смог попасть в мой рейтинг. Я думаю, что котенку Лайку пора уже сделать хорошее оформление канала, потому что канал хорошо растет и набирает обороты. 29 место у канала Бро Играют, 73 тысячи почти на этом канале. Я смотрю, что он активно делает раздачи на своем канале, чтобы набивать аудиторию.
28 место, и это канал Ох Ви Плей Роблокс. 74,6 тысяч подписчиков на этом канале. 27 место у канала Ленчик. 88 тысяч подписчиков на канале, но не переживайте, он не уходит с YouTube, не смотрите на картинку, которую вы видите. Он просто приезжал в Украину и временно не снимал видео на свой канал. 26 место у канала Энни Бенни. Почти 100 тысяч уже подписчиков на канале. Надеюсь, что в следующем месяце мы уже отпразднуем 100 тысяч подписчиков. К сожалению, канал так и не вышел на хорошие просмотры и продолжает стрим. К сожалению, стримерский канал — это не самая удачная идея. 25 место у канала Маша Убиваша. 103 тысячи подписчиков на этом канале. Давайте дружно поздравим Машу Убиваху с тем, что она перешла отметку в 100 тысяч подписчиков. 24 место у канала Богдан Фан. Уже 121 тысяча подписчиков, но пока еще все плохо с просмотрами. Не знаю, ребята, совпадение это или нет, но почему-то заставочка на Mad City очень похожа была на мою аватарку. Даже деньги для сравнения удивительным образом у нас совпали. 23 место у канала Бодрый Барсук. 132 тысячи подписчиков на канале. Канал продолжает троллить разных нубов, но уже не в симуляторе качка, а перекочевал в симулятор ниндзя. 22 место у канала Family Play TV. Никак не может набрать былые просмотры этот канал, как не старается, не пытается. Но думаю, что после новых введений YouTube правил этот канал еще больше просядет по просмотрам. 21 место у канала Женяша. Очень быстро она стала набирать подписчиков благодаря игре Adopt Me. 157 тысяч подписчиков уже на канале. Отличные просмотры, и Женяша уверенно идет вверх. Кстати, ребята, совсем скоро мы планируем сделать грандиозную вечеринку в Adopt Me, так что следите за анонсами. Я думаю, что мы проведем стрим на канале Женяши, и на этом стриме я тоже буду присутствовать. Мы организуем VIP-вечеринку для наших подписчиков и зрителей. Топ 20 открывает канал Smile Freddy, который обещает видео каждый день. У Фредди всегда отличные просмотры и уже 161 тысяча подписчиков. На 19 месте у нас сейчас канал Shape, и у него сейчас 162 тысячи подписчиков. Мне очень интересно, сохранит ли он отрыв с каналом Smile Freddy, либо же все-таки Smile Freddy его обгонит в следующем месяце. 18 место у канала Иконасик. 167 тысяч сейчас у Иконаса, но судя по его активности, я думаю, что скоро его обгонят его ближайшие преследователи. На 17 месте канал Рыжий Кот Геймс, который решил просто задарить всем робоксы и быстро понабивать себе много подписчиков. Он очень любит Mad City, как и я, поэтому я очень рад, что этот канал тоже снимает Mad City. 16 место у канала Лютый Джо. 183 тысячи подписчиков, и думаю, что в следующем месяце его, к сожалению, обгонит Рыжий Кот. На канале Лютый Джо стали появляться уже разнообразные игры, а не только качок. 15 место у канала Куки Бой. Очень хорошо он все время шел, но вот в последние просмотры у него явно уменьшились. Чувствую, что Куки Бой решил получить звание самого большого донатера в Роблоксе после ухода Робзи. На 14 месте у нас Капанда, который, несмотря на раздачи, уже все-таки не так сильно стал набирать активных подписчиков. Ну и также это отобразилось на просмотр. 13 место МО. 244 тысячи подписчиков, и он продолжает рассказывать нам разные интересные истории. 12 место у канала Влюкса. 266 тысяч подписчиков на канале. Влюкс пытается с Иконасом поиграть в Brawl Stars, но что-то просмотры особо не идут. 11 место у канала Кит. 284 тысячи подписчиков на канале, но сейчас он крайне редко снимает видео. Ну и топ 10, ребята, открывают Владус Мармеладус. 347 тысяч подписчиков. Он активно играет в Майнкрафт, Brawl Stars, ну и в Roblox. В прошлом месяце было очень много видео по Роблоксу, поэтому он пока в моем рейтинге, но если он дальше будет играть в майнинг и Brawl Stars, то я сомневаюсь, что он попадет в следующем месяце в мой рейтинг. За прошлый месяц он набрал 11 тысяч новых подписчиков, но по просмотрам просел на 700
тысяч просмотров. Но на 9-м месте мои друзья, канал Папа и Дочки Геймс, который не изменяет Роблоксу и постоянно снимает только его. 363 тысячи подписчиков на канале, и за прошлый месяц он набрал целых 35 тысяч новых зрителей. Плюс добавил 0,9 миллионов по просмотрам и стал уже почти 10-миллионником за месяц. Ребят, это очень просто крутецкие просмотры. Ну а на 8-м месте канал Red Cat, который я очень люблю, на который у меня уходит очень много сил. К сожалению, былые просмотры так и не возвращаются на канал, но он потихонечку оживает. С 8 тысяч подписчиков за месяц я уже насобирал 20 тысяч в прошлом месяце, что меня немножко порадовало. Просмотры также заметно увеличились, но это все из-за того, что в декабре было много классных видео по Mad City. На мой взгляд, довольно-таки много было интересных видео в прошлом месяце, и это позволило мне нарастить немножко просмотры. Заметьте, Brawl Stars я снимаю очень и очень мало. А это, ребята, скрин из моего прошлогоднего рейтинга роблоксеров. Буквально год назад у меня было на канале 155 тысяч. Получается, больше чем в два раза канал вырос, и я очень благодарен всем, кто подписался на мой старый канал. А это мой новый канал, который посвящен только Roblox. Никаких Brawl Stars никогда не будет на этом канале, будем смотреть только Roblox. Очень порадовала, в принципе, статистика этого канала, плюс 13 тысяч новых подписчиков за месяц и плюс 510 тысяч по просмотрам. Фактически в три раза больше просмотров было у меня в декабре. Спасибо большое всем, кто помогал мне выполнить мое новогоднее желание и достичь 40 тысяч подписчиков на этом канале. К сожалению, на момент записи этого видео у меня еще не было 40 тысяч подписчиков, но я уверен, что на момент выпуска премьеры этого видео у меня уже точно будет 40 тысяч подписчиков на канале. На основном канале я планирую снимать всякие обновления, игр, в основном, а здесь снимать истории Roblox разные, ну и плюс какие-то новые интересные плейсы для вас. Также, ребята, у меня есть рубрика «Плейсы моих подписчиков». Каждый из вас, если вы делаете какую-то игру в Roblox, может мне ее прислать. Если она понравится, я могу ее показать на своем новом канале. Переходим на 7-е место. У нас там опять появился котик Игроман. В прошлом месяце он мало снимал видео и не снимал почти Roblox, поэтому он не попал в мой рейтинг, но в этом его видео по Роблоксу хватило для того, чтобы его вновь добавить в мой рейтинг. Котик Игроман уже опять вышел на хорошие просмотры, добавил 2,2 миллиона по просмотрам и 61 тысячу по подписчикам. К сожалению, котик Лайк так и не вернулся в Роблокс, поэтому на 6-м месте у нас кошка Лана, у нее 742 тысячи подписчиков. Очень даже круто. У кошки Ланы, как всегда, крутые просмотры, и плюс 3 миллиона она добавила в прошлом месяца. Также 36 тысяч новых котят добавились на ее канал. На 5-м месте расположился ее неразлучный друг кот Леонард. У него 751 тысяча подписчиков, 1,9 миллионов новых просмотров за прошлый месяц, плюс 27 тысяч новых подписчиков. Ну а на 4-м месте пока у нас крутой папа, у него 788 тысяч, но есть какие-то у меня подозрения, что в следующем месяце он может не попасть в мой рейтинг, потому что он начал активно снимать Brawl Stars. Увы, крутой папа тоже заболел этой игрой. В прошлом месяце он добавил 27 тысяч подписчиков и очень круто просел по просмотрам. На 3-м месте у нас канал Альберта, очень классно он заставочку новую сделал, но, к сожалению, на канал никак не возвращаются просмотры. YouTube не возвращает рекомендованные на этот канал, и он не набирает, в принципе, те просмотры, которые он может и достоин набирать. Плюс 10 тысяч новых подписчиков за прошлый месяц и немножко он просел по просмотрам, всего в порядка 1,7 миллионов просмотров было в декабре. Ну а на 2-м месте у нас Cool Games, 1,35 миллионов подписчиков на канале, очень крутецкие просто просмотры, невероятно большие, плюс 8,3 миллиона в декабре, и теперь составляет это 50,5 миллионов просмотров за прошлый месяц. Это просто что-то немыслимое для меня лично, и 60 тысяч новых подписчиков. Cool Games реально крут.
После ухода Поззи, конечно же, на первом месте никто теперь не мешает обосноваться Funny Family Games TV. Спасибо им огромное за то, что они по-прежнему снимают Roblox. И это им приносит 150 тысяч новых подписчиков и плюс 3,1 миллион по просмотрам. 144 миллионов просмотров было в прошлом месяце. Очень интересно, что будет в следующем месяце, потому что с 6 января YouTube меняет алгоритмы, и со всеми детскими каналами будет очень даже печальная ситуация. Посмотрим, как это отобразится на каждом из каналов, снимающих Roblox. Ну что ж, ребята, вот такой у меня получился рейтинг. Любите Roblox, играйте в Roblox, наслаждайтесь Roblox и смотрите роблоксеров, которых вы видели в этом рейтинге. Не забудьте поставить лайк и возвращайтесь смотреть новые видео на канале RedCat и канале RedCat Roblox. Всем пока!